Тема майнинга сейчас очень актуальна. И сегодня мы попробуем майнить на MacBook Pro 16. Здесь процессор Intel Core i9 8 ядер и графика Radeon Pro 5500M. Попробуем помайнить на этом MacBook. MinerGate – это программка маленькая для майнинга. Ее можно на любом компьютере запустить, и здесь нет суммы. Я ее просто сравниваю со своим старым iMac 13 года. И iMac набирает 1500 или 1,5 килохэша. Здесь примерно так же 1,5. 5 килохэш. Никакого прикола майнить здесь нет в MinerGate. Закрываем ее. По майнингу в этой программе так же, как на любом старом компьютере. Попробуем теперь майнить с помощью видеокарты, и я воспользуюсь NiceHash. Сейчас я майню только на процессоре, и у меня идет 28 центов в день. В общем, попробовал я разные алгоритмы, и максимум, что получается выжить, это $33 в месяц. Это не так много для компьютера, $37 в месяц. Это не так много для компьютера, который стоит 270 000 рублей. В общем, майнинг на этой штуке такое себе занятие.